Добрый день, это Анапа, сегодня 12 мая 2019 года. Это дом, улица Красноармейская, 55, вот такой замечательный здесь газончик с красивыми туями и юбками, очень ухоженные юки, вообще просто как пальмы смотрятся, когда за ними ухаживают, постоянно как бы подрезают нижние листья, и она потом немножко так приподнимается и становится такой пальмой, прямо вот я тоже удивляюсь. С этой стороны тоже. Ну, сам, конечно, дом такой невыразительный, вот, но вообще вот перекресток вполне такой замечательный. Вот едет еще один велосипедист, это тоже с храма прихожанин, я его сейчас видел, я с храма иду. Вот перекресток улицы Островского и Красноармейской. Тихо, спокойно, пахнет, правда, краской. И я сейчас немножко все-таки проеду. И эта улица у нас парковая, насколько я знаю. Вообще я, друзья, хочу сегодня показать вам рынок, тот самый рынок, ярмарка Привоз, который все запрещали, потом хотели перенести на Северный, а он обосновался совсем в другом месте. И я сейчас вам покажу, и это будет для вас очень, ну, такой приятная информация и интересная, конечно. Всего доброго. Пока. Парковая.